После покорения Константинополя султан Мухаммад Фатих первым же долгом занялся строительством дворца султанов. Топкапы-сарай – так была названа крепость, которая сооружалась и расширялась в течение 18 лет с 1460 по 1478 годы. Для строительства выбрали удачное место, так называемый холм Акрополя. Это самая высокая точка исторической части Стамбула, откуда открывается прекрасный вид на пролив. Комплекс занимает площадь 700 тысяч квадратных метров и опоясан 5-километровой крепостной стеной. В течение 380 лет дворец Топкапы был центром Османской империи, резиденцией и местом проживания династии султанских правителей. После сооружения другого дворца Долма-Бахче Топкапы утратил свое первоначальное значение. Во время правления султанов Абдул-Маджида I и Абдул-Азиза некоторые его помещения были открыты для посещения. А в 1924 году Ататюрк, первый руководитель Турецкой республики, превратил весь дворцовый комплекс Топкапы-сарай в музей и открыл для посещения всем желающим. Наибольший интерес для верующих представляет отдел музея, где хранятся святые реликвии, доставшиеся нам от пророка, саллаллаху алейхи вассалам, и его сподвижников. Коллекция насчитывает большое количество бесценных экспонатов. Можно сказать, что это самая крупная коллекция аманатов пророка в мире. У каждого из этих экспонатов своя интересная история, но началась она с того, что в XVI веке после присоединения Египта к Османскому халифату, по приказу Явуза султана Селима, некоторые святыни были привезены сюда и с того времени хранятся во дворце султанов под пристальным наблюдением. Зиаретчилер Хасода'нын en değerli misafirleri olan посетители музея через стекло могут наблюдать самые ценные из экспонатов. Ларь, где хранится халат пророка, саллаллаху алейхи вассалам, султанский трон с ажурной серебряной решеткой, ларец с хранящимся в нем знаменем пророка, саллаллаху алейхи вассалам, его лук и две сабли. Эти платки и салфетки, расписанные арабскими изречениями, прикасались к халату пророка, саллаллаху алейхи вассалам, и дарились почетным гостям, пришедшим взглянуть на дорогой халат посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам. Из-за того, что платки изготавливались и хранились в этом помещении дворца, она получила название «Комната платков». После превращения дворца в музей, комната была реставрирована и в 1997 году, в месяц Рамазан, открылась для посещения. Среди аманатов, представленных здесь, можно увидеть суры Корана «Хумаза» и «Такасур», написанные рукой первых писцов священного Корана, письма пророка, саллаллаху алейхи вассалям, священный Коран, который читал Усман Асхаб, радиаллаху анху, когда стал шахидом, посох, данный пророку Мусе, алейхиссалам, каменная посуда, данная пророку Ибрахиму, алейхиссалам, меч пророка Давуда, алейхиссалам, головной убор хазреты Увайса Аль-Карани,
сакалы шерифлер. Почтенный волос из бороды пророка, саллаллаху алейхи вассалям, благословенный след его ступни. Сабли Умара Асхаба и Усмана Асхаба, да будет доволен ими Аллах. Графины для хранения святой воды Замзам. Покрывало Каабы. Головной убор Хазрети Юсуфа алейхиссалам, платки и салфетки. Золотое обрамление Хаджарул Асвад. Письмо пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, отправленное коптскому королю Букаукису. Отпечаток ступни нашего пророка саллаллаху алейхи вассалям. Его печать. Ларец, в котором хранится земля с могилы, и зуб пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Шкатулки, где хранятся волосы из бороды посланника Аллаха. Шкатулки с закладками священного Корана. Рядом с этими святынями хафизы круглосуточно читают Коран. Эта традиция началась еще во времена султана Селима и продолжается по сей день. Во времена Османского халифата самые многолюдные дни в этих помещениях были дни святого Рамазана. На 15-й день месяца Рамазан рассылались приглашения особо важным персонам. И под личным наблюдением султана из золотых ларцов доставался халат пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и представлялся взору посетителей. В золотую посуду наливалась вода Замзам, и подол святого халата окунался в эту воду. Затем Замзам разливался в специальные графины. Халат пророка, саллаллаху алейхи вассалям, имеет длину 124 сантиметра. Сшит он из черной шерстяной ткани. Внутренняя сторона покрыта тканью кремового цвета. Этот халат пророк, саллаллаху алейхи вассалям, подарил поэту Каабу сыну Зухайра. Эта история заслуживает подробного рассказа. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, начал распространять религию ислам, он столкнулся с большими трудностями. Один из тех, кто последовал за пророком, был поэт Кааб. Опасаясь угроз своего брата, но всем сердцем желавший присоединиться к посланнику Аллаха, Кааб тайком прибывает в Медину и предстает перед взором пророка. Кааб спрашивает посланника Аллаха, простятся ли грехи человеку, покаявшемуся и последовавшему за ним. Услышав положительный ответ, он повторил, даже Каабу, сыну Зухайра. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вновь дал положительный ответ, Кааб представился и некоторое время спустя прочел стихи, посвященные пророку, саллаллаху алейхи вассалям, известные теперь под названием «Касидатуль Бурда». «Мухаммад, как вынутая из ножен острая сабля. Вселенная освещается благодатью его божественного сияния». Выслушав эти строки, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, снял со своих плеч халат и накинул его на спину Каабу ибн Зухейру. После того, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, покинул этот мир, Хазрат Муавия хотел выкупить этот халат. Но Кааб, для которого он являлся бесценным подарком, отказался. Муавия пришлось оставить эту затею вплоть до смерти Кааба. Тогда-то, заплатив 20 тысяч серебряных дирхемов, Муавия сумел купить халат пророка, саллаллаху алейхи вассалям, у наследников Кааба ибн Зухайра. После этого халат стал храниться у исламских правителей, как признак халифской преемственности пророку. Вначале у омейядов, затем у аббасидов, еще позже у мамлюков и, наконец,
после покорения Египта Явузом султаном Селимом у османских халифов. Вторая по значимости святыня, хранящаяся в этом музее, знамя пророка, саллиллаху алейхи вассалам, получившее название Укаф. Это знамя было сшито женой пророка Аишей из черной шерстяной ткани в форме квадрата. В битве при Хайбаре пророк, саллаллаху алейхи вассалам, сказал: «Почетное право нести это знамя я поручу такому воину, который любит Аллаха и пророка, и которого любит Аллах и пророк». Затем позвал Хазрат Али Асхаба, радиаллаху анху, и вручил знамя ему. Во времена османского халифата была возрождена традиция брать в поход знамя пророка, саллаллаху алейхи вассалам. В некоторые походы вместе со знаменем в ларец клали замок и ключи от священной Каабы. Впервые это осуществил султан Мурад IV во время багдадского похода. Также возникла традиция приветствия знамени пророка войсками перед походом. Султан собственноручно брал знамя и устанавливал его перед воротами Бабу Саада. После превращения дворца Топкапы в музей, на этом месте был установлен камень с надписью, и все это огорожено цепью. Сегодня во дворце музея Топкапы в отделе аманатов пророка в серебряном ларце хранится священное знамя пророка, саллиллаху алейхи вассалам. Но, к сожалению, в настоящее время посетители не могут лицезреть знамя Укаб. Под воздействием времени оно обветшало и стало распарываться. Чтобы сохранить реликвию, османиды сделали три новых знамени из зеленого атласа, куда были вшиты кусочки материи от укапа, дорогого знамени пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Также к наконечнику этого знамени стали подвешивать талисманы с Кораном. После знамени пророка, саллиллаху алейхи вассалам, мы посетим рукописи священного Корана, сохранившиеся со времен посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалам. Это аяты, написанные писцами Корана на кожаном пергаменте во время ниспослания божественного откровения. На этой потемневшей от времени коже в пяти строках написана сура Аль-Кадр. На следующей странице вы можете видеть суру Такасур, написанную также в пяти строках. Здесь же хранится написанная на кожаном пергаменте сура Аль-Хумаза. Переходим от страниц с аятами, написанных первыми переписчиками Корана, к самому Корану. Этот экземпляр Корана, хранящийся среди священных реликвий, дорог не только тем, что он один из первых, но и потому, что стал свидетелем трагичной истории. Согласно ривайату, Хазрат Усман Асхаб радиаллаху анху погиб смертью шахида в то время, когда читал 137-й аят суры Аль-Бакара, именно из этого Корана. Коран имеет 410 страниц, все страницы сделаны из кожи, на каждой из которых по 17 строчек. Цвет чернил темно-коричневый, близкий к черному. Написан Коран куфическим шрифтом, начало сур и концовки аятов украшены позолотой в простом арабском стиле. Обложка, судя по всему, сделана позже, из красной дубленой кожи, изнутри украшенная позолотой. На титульном листе имеется надпись, сделанная на старотурецком османском языке, используя шрифты «Насх» и «Рука» вперемешку. Надпись гласит: «Этот священный Коран, написанный рукой Хазрат Усмана Зиннур-Райн, радиаллаху анху, долгое время хранился в Каире. Теперь наместник Египта Мехмед Али-Паша в 1226 году хиджры переправил его в Стамбул для хранения во дворце Топкапы среди аманатов пророка, саллиллаху алейхи вассалам. Также в музее хранится рукопись 190-го аята суры Аль-Бакара, написанная рукой Усмана Асхаба, радиаллаху анху. Данный аят написан на белом фоне в пяти строках, черным
куфическим шрифтом. На обороте имеется надпись, подтверждающая ее принадлежность к руке Усмана Асхаба, ради Аллаху Анху. Это письмо, находящееся среди священных реликвий, является призывом пророка, саллаллаху алейхи вассалям, обращенное в адрес коптского короля, правителя Египта Мукаукиса. Письмо написано в 627 году на почерневшей коже куфическим шрифтом. Письмо было найдено в 1870 году у одного французского путешественника, который обнаружил его в коптском монастыре на территории Египта, внутри древнего Евангелия. Бережно почистив и поняв, что это письмо пророка, саллаллаху алейхи вассалям, путешественник отправил его в Стамбул султану Абдул-Маджиду. Султан поместил письмо в золотой ларь, украшенный узорами, и включил в коллекцию священных реликвий. В этом письме пророк, саллаллаху алейхи вассалям, так обращается к Мукаукису. «Во имя милостивого и милосердного Аллаха, от Мухаммада, раба Аллаха и его посланника, коптскому королю Мукаукису, те, кто на истинном пути пребывают в благополучии и безопасности. Поэтому я призываю вас принять ислам. Если примете, найдете благополучие и спасете свой трон, а также получите вдвое большее воздаяние за то, что почтите своих подданных обращением их в ислам. Если же отвернетесь от моего призыва, будете повинны в несчастьях, ожидающих ваших подданных. О, люди Писания, давайте объединимся вокруг общего для нас слова единого Бога. Не будем поклоняться никому, кроме одного Аллаха. Не будем предавать ему сотоварищей, не будем поклоняться друг другу, оставив Аллаха. Если же вы отвернетесь от этого призыва, знайте, что мы мусульмане». Во дворце Топкапы хранятся еще ряд писем пророка, саллаллаху алейхи вассалям, адресованных другим правителям. Эти письма направлены наместнику Аль-Ахсы, Аль-Музиру бину Сава, лжепророку Мусайлиму Туль-Каззабу, гассанитскому правителю Сирии, подвластному Византии, Харису бину Аби Шумиру Аль-Гассани. Среди священных экспонатов находятся и печати пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Данная печать из красного агата длиной 1 сантиметр. На ней куфическим шрифтом написано «Мухаммад Расулуллах». Эта печать находилась в серебряной оправе и носилась на пальце, как перстень. Впоследствии она перешла хазрету Абу Бакру, затем хазрету Умару и, наконец, хазрет Усману, да будет доволен имя Аллах. Как-то хазрет Усман случайно уронил ее в колодец, долгое время он пытался найти печать, но безрезультатно. Тогда халиф решил сделать точную копию потерянной печати. Во время османидов печать, находившаяся тогда в Багдаде, была привезена в Стамбул. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, брил голову и стриг бороду, асхабы собирали эти волосы и хранили как память. Сподвижники, проникнувшись искренней любовью к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, не желали бросать на землю даже одного волоса посланника Аллаха. И после того, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, покинул этот мир, они носили их с собой, дабы посредством них получить благодать посланника Аллаха. Сподвижник Амр бин Ас, радиаллаху анху, покоривший Африку, перед смертью положил волос пророка, саллаллаху алейхи вассалям, себе под язык, чтобы таким образом облегчить себе допрос в ахирате. Волосы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сохраненные сподвижниками, дошли до нас, передаваясь из поколения в поколение. Сегодня их можно видеть в исторических мечетях, музеях и в частных хранилищах. В большинстве своем волосы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, хранятся в стеклянных сосудах, закупоренных пчелиным воском, обернутых в 40 платков и помещенных в ларцы. Такие ларцы, покрытые зеленой тканью, можно видеть на самой верхней ступени минбара в некоторых мечетях. В священные дни и ночи, особенно в Лайлатул-Кадр, эти аманаты открываются для посещения.
Читая салаваты и получая благодать, верующие, не видевшие воочию самого пророка, саллиллаху алейхи вассалям, с помощью них освежают любовь к посланнику Аллаха и снимают печаль с сердец. Один волос из хранящихся в музее аманатов пророка не принадлежит посланнику Аллаха. Этот волос принадлежит первому халифу, хазрату Абу Бакру, равди Аллаху анху. Кроме него, ничьи волосы не были больше сохранены. Из муджизатов пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, и пророка Ибрахима, алейхиссалам, является оставление следа ступни на поверхности камня. Имам Касталани, рахимахуллах, в своей книге «Мавахибу ладуния», описывая этот муджизат, говорит, когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ступал по камню, его ступни погружались в него и оставляли глубокий след. Первая среди отпечатков почтенных ступней пророка, саллаллаху алейхи вассалям, та, которая возникла во времена Миараджа, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ступил на скалу. И в настоящее время она хранится в Байтуль-Мукаддасе, в Куббату-Сахра. Среди османских султанов более остальных проявлял уважение к следу пророка султан Ахмед I. Он привез его из Каира, выкупив за 20 тысяч динаров у одного из потомков славного пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Там он хранился в усыпальнице султана Каидбая. После того, как был привезен в Стамбул, след пророка, саллиллаху алейхи вассалям, вначале хранился на зиярате Аюб султана, затем был перевезен в мечеть султана Ахмеда. В одной из ночей султан Ахмед видит сон. Все пророки, во главе с пророком Мухаммадом, саллиллаху алейхи вассалям, собрались, чтобы провести суд. Султан Каидбай жалуется пророку, саллиллаху алейхи вассалям, на султана Ахмеда, который вывез из его усыпальницы и поместил в своей мечети след посланника Аллаха, посредством которого много людей посещали его зиарат и читали фатиху. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, выслушав Каидбая, вынес решение вернуть святыню на прежнее место. Султан Ахмед хан, верно растолковав этот сон, поспешил выполнить решение пророка – вернуть след в Египет. Но перед этим он сделал хахалок в форме стопы пророка, саллиллаху алейхи вассалам, украсил его драгоценными камнями и написал на нем в стихах «Буду вечно носить, как корону свою, будь рисунком стопы посланца святого». Цветок в цветнике пророков, владелец стопы той. Не стой, Ахмед, прильни лицом к стопе святой. Судя по рассказам, султан Ахмед хан все пятничные и праздничные дни прикреплял этот хахалок к своей чалме и в таком виде представал перед народом. Кроме этого, султан Ахмед хан вырезал такой же след стопы из дерева и отправил шейху Азиз Махмуд Худаю. Тот, в свою очередь, повесил его над воротами в Искударскую обитель дервишей. Во время Первой мировой войны имам Искударской джума-мечети имени шейха Джами Талиб Эфенди перевез ее во дворец Топкапы. По сей день она находится там, и каждый, кто посетит музей, может ее лицезреть. В музее Топкапы вы можете видеть 6 видов слепков стопы пророка, саллиллаху алейхи вассалам, сделанных на черном мраморе или на красном порфирном граните. Данный слепок левой стопы пророка, саллиллаху алейхи вассалам, сделан на зеленоватом порфире и является копией следа, оставленного на скале в Байтуль-Мукаддасе во время Миараджа. Другие слепки стопы пророка, саллиллаху алейхи вассалям, также являются копиями Иерусалимской и украшены разноцветными красками. Также существуют копии стопы, сделанные на серебряных пластинах. Один из слепков стопы пророка, саллиллаху алейхи вассалям, был подарен султану Абдул-Маджиду, наместником в Низамии Ахмед-Беем.
Это слепок правой ступни пророка, сделанный на разноцветном парферном мраморе. Пяточная часть этого слепка треснула и позже была скреплена серебряными скобами. Ахмед Бей за эту услугу получил вознаграждение в размере 114 тысяч курушей деньгами. Среди священных реликвий хранятся эти сандалии, носимые пророком, саллиллаху алейхи вассалам. Приспособленные для жаркого сухого климата Хиджаза, эта обувь у арабов называется «наль» или «наалайн». Подошва для этой обуви делалась из многослойной обработанной кожи или прошитой грубой кожи. Подвязки крепились к подошве и, проходя между пальцами, завязывались на щиколотках ноги. В музее Топкапы хранятся три сандалии и одна обувь закрытого йеменского типа. Одна из этих сандалий попала в музей Топкапы в 1872 году. Ее передал сюда прежний владелец, дарвиш Мухаммад, потомок аббасидских правителей. Просматривая священные реликвии, мы можем увидеть рисунки подошвы обуви пророка, саллиллаху алейхи вассалам. Такие рисунки, расписанные аятами, известны среди мусульман как «наалю саада» – «почтенная обувь», и вешаются в домах верующих, дабы стать причиной защиты от бед и несчастий, а также получения бараката от Всевышнего Аллаха. Надписи, которые мы видим на одной из «Наалю Саада», демонстрируют любовь и уважение мусульманской уммы к своему пророку и ко всему, что с ним связано. Подошва пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, находится над головой Вселенной. Все люди взрастились под его тенью. Я услужил образу подошвы пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Желаю быть под его тенью в обоих мирах. Саад ибн Масуд ухаживал за его обувью, и я счастлив ухаживать за образом его обуви. Когда Муса, алейхиссалам, был на горе Тур, ему велели снять обувь. Даже его подошве не было велено ступить на арш. وآله المقربين وصحبه والتابعين صلى الله على ياسين أمد الهادي الآمين وآله المقربين وصحبه والتابعين Священные реликвии пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Часть вторая. Среди аманатов пророка, саллиллаху алейхи вассалям, особо значимым является благословенная чаша, называемая «кадах», из которой пил воду досточтимый пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Согласно ривоятам Бухари и Муслима, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, будучи в Медине, присел со сподвижниками, чтобы отдохнуть, в местности, называемой Бану Саида. Утомленный жарой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обратился к Сахлю бну Сааду. «О Сахль, напоил бы ты нас!» Сахль выполнил просьбу пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а чашу, из которой он пил, сохранил как дорогую реликвию. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, покинул этот мир, Сахль был 15-летним юношей. Он прожил 96 лет и умер в 91 году хиджры. Сахль покинул этот мир позже всех из подвижников, живших в Медине. В одном из маджлисов Сахль показал эту чашу кадах и предложил присутствовавшим испить из нее воду. Умар ибн Абдул-Азиз, взяв в руки кадах, попросил Сахля подарить его ему.
Сахль не смог отказать. После Умара ибн Абдул-Азиза он некоторое время хранился в семье известных ученых-алимов. А в 921 году хиджры Кадах попал в руки сирийского правителя эмира Сибаи. С целью сохранения чаши, которая за эти 900 с лишним лет изрядно устарела, снаружи ее закрыли пластиной из серебра. С внутренней стороны ее покрыли веществом черного цвета. Наружная часть украшена арабской вязью. По кругу на кайме написан аят-аль-курси. Над ним мелким шрифтом написана история этой чаши Кадах вплоть до эмира Сибаи. Та же самая надпись имеется и на нижней части чаши в виде медальона. Лук нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Этот лук сделан из дерева камышовой породы. Длина его 118 сантиметров. Оба конца заострены. Чтобы сохранить лук, султан Ахмед I сделал для него чехол из серебра с позолотой и чернью. Лук весит 286 грамм, чехол – килограмм 290 грамм. Среди аманатов пророка, саллиллаху алейхи вассалам, также эти глиняные таблички. Данная табличка использовалась пророком, саллиллаху алейхи вассалам, для совершения на ней таямума. История происхождения этих табличек уходит во времена задолго до нашего пророка. Они относятся к ассирийскому периоду, то есть 7 веку до нашей эры, и являются письмами, написанными иероглифами на красной обожженной глине. Среди аманатов пророка, саллиллаху алейхи вассалам, особое место занимает частица зуба посланника Аллаха. Во время сражения при Ухуде Утба бин Аби Вакас, бросив камень, рассек губу пророку, саллиллаху алейхи вассалам, и сломал средний зуб правой нижней челюсти. Согласно риваяту, зуб не был сломан полностью. От него отделилась лишь одна часть. Достоверных данных о том, кто и как сохранил частицу зуба пророка, саллиллаху алейхи вассалам, неизвестно. В коллекцию священных аманатов он попал во времена Османского халифата. Султан Мехмед VI сделал золотую шкатулку, украшенную драгоценными камнями. И с этого времени зуб хранится в ней. Из сохранившихся аманатов пророка, саллиллаху алейхи вассалам, упоминается и этот разбитый стеклянный сосуд. В нем хранилась вода, называемая гаслюн-набави, используемая для купания пророка, саллиллаху алейхи вассалам. Горловина сосуда закрывалась куском кожи. К сожалению, этот сосуд зеленого цвета не выдержал испытаний времени и разбился. Сохранились лишь его осколки. Среди аманатов также хранится трость в зеленом суконном футляре, длиной 148 сантиметров. Судя по надписи на трости, ею не пользовался лично посланник Аллаха. Она была сделана позже, из дерева, которое росло в святой Равзе на территории мечети пророка в Медине. Поэтому она была включена в коллекцию священных аманатов. Также здесь хранится деревянная палка, напоминающая трость. По надписи на ее поверхности можно установить, что она хранилась в Каабе и сохранилась вместе с другими реликвиями. Не все хранящиеся здесь экспонаты связаны с нашим пророком, саллаллаху алейхи вассалам. Есть предметы, принадлежащие пророкам до него. К примеру, данный посох принадлежит пророку Мусе, алейхиссалам.
Этот каменный котелок, хранящийся в цилиндрическом коробе, принадлежит пророку Ибрагиму, алейхиссалам. На этикетке короба написано: «В нем хранится мраморный котел пророка Ибрагима, алейхиссалам, переданный на хранение смотрителю главной палаты Мустафе Ага от падишаха султана Мухаммада. Год 1058». Котел сделан из кремния, добываемого на территории Сирии. Переходим к чалме пророка Юсуфа, алейхиссалам. Известно, что этот головной убор был привезен Явуз Султан Селимом из Египта вместе с другими реликвиями. Хлопковая феска сверху обшита бархатом кофейного цвета, а изнутри голубым атласом. На нее намотана чалма белого цвета. Известно, что бархат, которым обшита феска, относится к более позднему времени. Но чалма сделана из такой же ткани, которую использовали для мумифицирования в Древнем Египте. Учитывая это сходство и то, что пророк Юсуф, алейхиссалам, жил в Египте, версия о принадлежности этого тюрбана пророку Юсуфу, алейхиссалам, приобретает еще большую силу. Эвлия Челеби отмечает, что Явуз Султан Селим после покорения Египта некоторое время носил чалму пророка Юсуфа, алейхиссалам. Известно, что данная рука принадлежит пророку Яхье, алейхиссалам. Она долгое время хранилась у византийцев, затем после падения Византии перешла к османидам. А в 1484 году Баязид II передал ее радосским рыцарям, как выкуп за плененного своего брата Джам-Султана. После этого около 100 лет она находилась в крепости Левкоше на Кипре. И в 1585 году была возвращена в Стамбул султан Мурадом III. Этот головной убор, хранящийся среди священных реликвий, принадлежит Увайсу Аль-Карани. Белая войлочная ткань со временем обветшала, поэтому по краю ее пришлось обшить зеленой бязью. Рядом находится чехол зеленого цвета, сшитый позже, на котором имеется надпись «Ля Иляха Илляллах Мухаммаду Расулюллах». Также подтверждается, что этот головной убор Увайса Аль-Карани. Известно, что святой Увайс жил во времена пророка, алейхиссалату вассалам, в Йемене. У первого посланника Аллаха ему не было суждено его увидеть. Согласно хадисам, он считается лучшим из табиинов, то есть последователей сподвижников. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, завещал Умар Асхабу, радиаллаху анху, передать Увайсу свой халат, и после того, как он наденет халат, сделать дуа для всей уммы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Этот замок и ключи от священной Каабы были отправлены правителем Мекки Абуль-Баракатом через своего сына Явуз Султан Селиму после покорения Египта. На замке из золота и серебра написано имя тогдашнего правителя, дата, аяты из Корана и другие надписи. Интересна история одного из ключей, хранящихся в музее. Этот ключ и чехол для него были приготовлены для отправки султану Мураду IV. Но эмир Мекки повременил с этим. В ту же ночь эмир видит сон, в котором пророк, саллаллаху алейхи вассалям, повелевает ему немедленно отправить эти ключи от священной Каабы султану Мураду. После этого эмир Мекки отправляет ключи в Стамбул вместе с письмом, в котором описывает все, что с ним случилось.
Этот замок и ключи от дверей зиярата Фатимы, дочери пророка, саллаллаху алейхи вассалам. После того, как сделали новые, этот деревянный замок и ключи вместе с копией новых были отправлены султану Абдул-Азизу. С тех пор они хранятся среди священных реликвий. Одной из бесценных реликвий, хранящихся в музее, является золотое обрамление Хаджар-уль-Асвад. Хаджар-уль-Асвад – это черный камень, находящийся в стене восточного угла Каабы на высоте 1,5 метра от земли. Когда пророк Ибрахим, алейхиссалам, восстанавливал Каабу, он принес этот камень с горы Абу-Кубайс и вмонтировал в стену, чтобы он служил отметкой для начала тавафа, обхода вокруг Каабы. Согласно риваятам, этот камень имеет райское происхождение. После того, как золотое обрамление от частых прикосновений паломников стерлось до дыр, его заменили на новый, а прежний привезли в Стамбул для хранения в музее Топкапы. Эта дверь была привезена из Каабы. Ее называют дверью Таубу, покаяние. Она находилась внутри Каабы, в углу перед лестницей, ведущей на крышу. Дверь сбита из ровных досок, скованных железными оковами. Во время султана Мурада III, когда производился ремонт Каабы, дверь была заменена на новую, а старая привезена в Стамбул. Также были привезены и другие, замененные на новые детали убранства Каабы. Одним из них является известный золотой жёлоб Каабы. Жёлоб называется хиджр и устанавливается на крыше Каабы, чтобы отводить дождевую воду от стен здания. Он изготавливался из золота. В данное время в музее хранятся два золотых жёлоба, привезенных в Стамбул во времена султанов Ахмеда I и Мурада IV, после того, как были заменены на новые. Также были сохранены и другие предметы, замененные в священной Каабе и Пресветлой Равзе, мечети пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Нужно отметить, что ремонтные работы в этих святынях производились с предельной осторожностью, чтобы не утратить даже мельчайшие частицы бесценных реликвий. В музее также хранятся привезенные из Каабы и Равзы после ремонта эта доска, каменная плита, керамическая плитка с росписью, железо и сосуды с хранящимися в них другими частицами святынь. Однажды во время ремонтных работ в Равзе, проводимых султаном Абдул-Маджидом, из могилы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, со стороны головы забил ключ с очень приятной и ароматной водой. Вся Медина собралась, чтобы испить этой воды. Из-за большой сутолоки пришлось закрыть этот родник. Но перед этим наполнили один хурджин и отправили в Стамбул. До сих пор этот сосуд хранится среди священных реликвий в этом музее. Среди экспонатов особое место занимают и покрывало Каабы. Впервые покрывало для Каабы сделал правитель Йемена Карб бин Асад. Вначале старые покрывала не снимали, а накрывали сверху новыми. Со временем, из-за большого количества скопившихся покрывал, здание Каабы могло пострадать. Таким образом, было решено менять каждый год покрывало Каабы. Вплоть до правления султана Ахмеда I, покрывало для Каабы изготавливалось в Египте, мамлюками. Затем эту миссию должны были выполнять в Стамбуле.
Ежегодно большая делегация из Стамбула привозила в Хиджаз новые покрывала, сшитые золотыми нитками вместе с другими дарами. Иногда делегация перевозила золотой жёлоб и золотое обрамление Хаджар-ул-Асвад. На стенах залов музея развешаны покрывала Каабы разных лет. Также хранятся занавеси и панно с вышитыми аятами. Покрывала и знамена, изготовленные в Стамбуле, были предназначены не только для Каабы. Некоторые из них вешались как занавеси на окна и двери Худжры, комнаты пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Знамена вешались на мимбары в мечети пророка, саллаллаху алейхи вассалам. После замены на новые, прежние привозились обратно в Стамбул. То, что вы сейчас видите, это покрывало на могилу пророка, саллаллаху алейхи вассалам, и его сподвижников Абу Бакра и Умара, ради Аллаху анху, а также Фатимы, дочери пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Эти шкатулки имели особое значение для султанских правителей. В них хранилась земля со священной могилы пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Среди дорогих аманатов хранятся глиняные таблички со святой земли Медины. Судя по всему, они использовались как сабаб для избавления от недугов. Согласно риваяту, дошедшему от Аиши, жены пророка, саллаллаху алейхи вассалам, когда к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам, приходили за помощью люди с гноящимися ранами или черями, он, послюнявив указательный палец и проведя им по земле, произносил слова «С именем Аллаха и по его воле даруй исцеление». Затем мазал раны, и действительно, раны заживали.
Гурри также находился среди реликвий, привезенных из Медины. Когда Ахмед I стал султаном, от отца султана Мехмеда III ему достался перстень с этим алмазом. Но султан Ахмед сказал: «Я простой раб, а этого алмаза достоин только мой господин, пророк, саллиллаху алейхи вассалям». И, поместив его золотую оправу, направил в Медину. Столетиями он висел рядом с могилой пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И в Первую мировую был привезен в Стамбул. Среди реликвий, привезенных из Медины, было и это письмо, адресованное Раухани пророка, саллиллаху алейхи вассалям, султаном Абдул-Азизом. Письмо, запечатанное лично рукой султана, было отправлено в Медину на хранение в Пречистой Равзе. Теперь оно хранится в музее Топкапы. На этом наш рассказ о бесценных реликвиях пророка, саллиллаху алейхи вассалям, хранящихся в дворцовом комплексе музея Топкапы, заканчивается. Все эти священные реликвии, как дорогие аманаты, доставшиеся нам от посланника Аллаха и его сподвижников. Они приближают нас к их славным временам и укрепляют в наших сердцах иман, веру. Дай Аллах, чтобы их смогли увидеть и наши потомки.